Три победных боя и очередной титул в легком весе. Успех очень важный. И потому что в турнире собраны только сильнейшие, а еще определялся состав сборной России на крупнейшие международные старты. На пути к трофею Мамедов уверенно разобрался с сибиряками Ханжановым и Казарезовым. Параллельно к главному поединку двигался петербуржец Попов. И в финале сложилась классика российского бокса. Самое принципиальное противостояние последних лет. Причем все время в пользу оренбуржца. Если я вышел в финал, значит так и должно быть. Мы работаем ради этого, трудимся, поэтому для этого делаем все, чтобы выходить в финал и показывать свой бокс. Просто продолжение мысли, что финал само собой разумеющийся. Там другая фамилия в этом финале обычно рядом с тобой стоит. Я знаю, все ждут, да, Попов-Мамедов, да, и очередное противостояние здесь. Ну не в твою пользу, в общем-то, противостояние, мягко говоря. Да, я соглашусь с этим, не против, но мы растем, я взрослею, я матерею, поэтому настраиваюсь только на победу. И снова Габил сильнее. Соперники такого уровня и настолько хорошо изучили друг друга, что удивить оппонента попросту нечем. Все решают опыт, арсенал, нюансы и в конечном итоге более высокий класс. Поединок получился очень близким и довольно осторожным. Не было той рубки, как в финале хабаровского чемпионата страны. Удары Попова в основном в блок, а у Мамедова больше точных попаданий. Как следствие, он берет верх единогласным решением судей. Все пятеро ставят 30-27 в пользу оренбуржца. Стабильно, да? В каком плане стабильно? Ну что, ты выходишь в финал и побеждаешь, там внутренний первенство. Ну, с одной стороны, да, но по уровню бокса у меня все нестабильно. Бывает взлет, бывает падение. Сейчас я не в самой лучшей форме. То есть мы с тренером это обговаривали, были готовы к тому, что я приду в свои не самые лучшие бои. К счастью, удалось одержать победу, но бокс оставляет желать лучшего. Даже не в лучших кондициях Мамедов признан лучшим боксером Кубка. И первым номером входит в костяк сборной, которая начинает готовиться к чемпионату Европы. Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня.